Все открывающиеся салоны будут работать в особом режиме. В период пандемии предпринимателям придется соблюдать повышенные меры предосторожности и простые правила. К тому же в администрации города подчеркнули об ужесточении мер в отношении нарушителей. С полным текстом указа можно будет ознакомиться на портале правовой информации Республики Башкортостан. Нахождение в одном торговом зале не более 6 человек, включая сотрудников данного предпринимателя. Следующее – замеры температуры каждого сотрудника в начале рабочего дня. Если выявляется повышение температуры или какие-то признаки ОРВИ или же любого заболевания, то недопущение его до рабочего места, до процессов. Обеззараживание именно, скажем так, инструментов специальными дезрастворами. Проработка и обеззараживание каждые 2 часа поверхностей после каждого клиента, получается. Это столики, получается, кресла. Также каждые 2 часа обязательно проветривать, вести журнал учета температуры сотрудников в начале и в конце рабочего дня. Это очень важно. Самое главное – сохранить здоровье сотрудников и клиентов.